Здравствуйте. Hello. Hello, where are you from? I'm from Moscow, Russia. You from Moscow, Russia? I'm from Ukraine. Okay. What you say me about war in Ukraine? That's great. That's fantastic. Fantastic? Yes. Why? Why is fantastic? Because holes are dying every day. It is very funny. You what's know? What's very funny? Because holes are dying every day. Holes? Yeah, holes. Holes. What it is it, holes? Holes. It means дырка. Дырка in Russian. В голове у тебя дырка. Дома умирают каждый день? No, holes. Что такое holes? It is you. Я holes? Yeah. А кто такие holes? It is American word. It is American word? Word, yes. Americans calls Ukrainians as holes. Дырка. You got it. Бля, ты получше ничего не мог придумать. But it's true. Really? It is not a joke. It is not a joke. You know that. А ты не думал, что это самый хуёвый джок в твоей жизни? No. It is the best joke. Ебать смешно. Да, знаешь, иногда бывают такие моменты, что когда человек шутит, а тебе неловко. Потому что ему реально кажется, что шутка удачная. Ему реально кажется, что это реально смешно. И тебе самому от этого неудобно. Ты не знаешь, как реагировать. Ну, вообще никаких нету. Абсолютно все нормально. Don't worry about this. Don't Everything worry. Is okay. То, что ты начинаешь Don't так worry. Разговаривать, это не означает, что ты знаешь английский язык. Don't worry. Everything is okay. Блять, no пожалуйста, problem. Не делай это с английским языком. Really? Пожалуйста, really? Пожалуйста. Говори на своем языке, пожалуйста. Не надо портить этот язык. Говори на русском. My language is Russian. I don't think that you know it. Окей, говори I тогда think на russian. You speak only да. Your говори motherfucking, да, motherfucking да, motherfucker. Говори на russian. Говори на russian. Че ты, блядь? А давай еще под конец, чтобы ты стал максимальным ужасным, ужасной мразью. Еще пару слов на английском про Путина. Давай, добей. Сделай полный комплект мрази. Мразь, только ты, сука. Давай, давай, полный комплект, добей. Че, охуел, что ли, сука? Anything words about Владимир Хуйло, Путин, давай. Эйхах, пид гнойный, Украина вся в говне. В вас летит снаряд убойный, салютую моей стране. Фу, блять, я рыгнул. Тогда я другой рыгнул. Тебе. Давай. Эйхах, водишь жалом, ща набью тебе еб... Я Оксанку твою ёб. Мы тебя загоним в гроб. Ну чё ты ха... Чё ты жалом кривишь-то, блядь? Чё, Лас-Вегас ваш, Невада? Тут в России Z-бравада. С этим днем и с этим ночью, с этим, братцы, что есть мочи. Вот так вот. Ты сам писал эти стихи? Z-бравада. Ты сам писал эти стихи? Это частушки, ты что, ёбнулся, что ли, блядь? А кто автор? Русский народ. А есть еще? Конечно. А ну. Да хуя. А ну.
Эхо. У нас без мазы попытаться спиздить газа. Группа Вагнер и Пригож в печень тебе всадит нож. Не, что-то концовка нет. Еще раз, концовка как? Эхо. У нас без мазы попытаться спиздить газа. Группа Вагнер и Пригож в печень тебе всадит нож. В печень всадит нож, короче, понял? Вот в печень нож, короче, всадит. А тебе кто-то говорил, что это круто? Ну, разные есть отзывы. Давай еще одну. Потом я тебе тоже зачитаю что-нибудь. Сейчас, сейчас. Сало жрет лишь пи***ц. То ли дело русский квас. Щи, окрошка, холодец. Эй, хол, тебе пи***ц. Хочешь, теперь я тебе прочитаю? Давай мне, да, давай что-нибудь. Давай, давай что-нибудь. Давай попробуем. Я никогда не буду один, со мной моя банда. Тема брат за брата, это наша пропаганда. Во мне нету страха, хоть я не великий вандам. Орка видно сразу, внутри меня сидит ванга. Я рабом владею, как владеет кунг-фу панда. И в моих куплетах исключительно лишь правда. Я из Украины, в моем сердце черный квадрат. Ну а где Россия, там война или же бардак? Как только болтаю с вами, это сносит крышу. Где вы были 8 лет, каждый день тут слышу. Бою побеждает тот, у кого дух вы. Это наш менталитет, ты с нами будь потише. Ёбаный ты орк, это перебор. И ваша Россия, блядь, не видит берегов. Отправляет чмобиков мясо напередок. Вы даже не знаете, сколько ваших полегло. Что за СВУ? Денацификация. Благодаря Путину пизда всей вашей нации. И у вас одна дорога, это репарации. Но это потом, после капитуляции. Слава Украине, всем героям слава. Наши ЗСУ ебут вас и слева, и справа. Вы сильно сплотили нас, ваш президент красава. Статуэтка его ждет, и месть будет кровавой. Слышишь меня, орк? Читай между строк. Хотя мы и так даем вам просто в рот. Вы так боялись стата, Америка виновата. Какие мы, блять, братья, брат не убивает брата. Слышишь меня, орк? Вдруг, если ты не понял, скоро на России будет очень много боли. Вы тупое стадо, вы прислуги и не более. Вы тупо рабы, ну а мы люди вольные, сука. Ты думал, ты типа оскорбил чем-то, да, что ты назвал орками? Ну, нам похуй, нам наоборот заебись, короче. Типа, бля, если орки, то охуенно же. Пришли, короче, ну, ты спрашиваешь, типа, меня, почему там не воюешь, там, и так далее. Ну, типа, бля, мы слишком просто понимаешь, мы слишком свирепы. Очень свирепы. Мы в первый же день всех просто убьем, насилуем и ограбим, короче, понял? Понял. Не хотелось бы подставлять отцов командиров. Даже их разумные приказы, понимаешь, мы можем, ну, не исполнить, короче. Просто сразу нахуй всех, бля, в расход, бля. Понял? Чисто вот это орки, бля.